Вот хорошо, что напомнили. Вот обязательно похвалю. Вот Ами мебель хвалить не буду, потому что я не знаю, у меня этой мебели нету. Но по отзывам, конечно, слышала, что не очень. А вообще белорусскую мебель похвалю с удовольствием. Я 10 лет ее продавала. Мебель это просто шикарная. Производители у нас все, я устану их перечислять. Пинскдрев, молодечная мебель. Это дорогая, конечно, мебель, но как они работают с массивом? Где, в какой стране столько производителей массива и в таком хорошем качестве? И такой доступной цене еще я хотела сказать, потому что только у нас такой дешевый массив. Конечно, хотя для нашего покупателя это дороговатая мебель. Прекрасная мягкая мебель, слуцкая, например. Прогресс гомельский прекрасный. В Новополоцке делают шикарную мягкую мебель. Зов Гродненский, кухни. Бобруйский делают хорошая кухня. И массив, кстати, в Бобруйске тоже шикарный делают. Простите, если кого-то забыла упомянуть, чьи-то производители, кто живет в этом городе, гордится. Минск проект мебель. КМК, Ивацевичи. Устану перечислять. И это все белорусская мебель. У нас даже частники хорошо делают.